И всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella Tension Incorporated, на связи Вескер. Но это третий эпизод, записываю все подряд, и я все еще после того, как напился из лёда в чая с мятой, вроде бы даже успокаиваю. Я пью только заварку сейчас, потому что чайки не вскипятил, потому что мне заварка нужна, чтобы немножко остыть от Вендиго, который здесь бегает. Ну ладно, не конкретно в этой локации, но по соседству. А если он по соседству, значит сюда может прийти. Мне это надо, мне это не надо. В общем, идите, забираем все, что на корабле, и отправляем мои нервы к чертям. Как говорится, нечего им тут прохлаждаться. А, да, тут еще вкусняшка где-то должна валяться. Так, я выпал никуда. Подождите, а сюда может кто-то пойти? Есть что-то? Как же забраться на корабль? Я вижу маршрут зацепа. Зарядка. Я тоже как туда залезать. Так, я буду смотреть с вашей стороны, ребят. Там, ну, с вашей, в смысле, у вас посветлее, потому что я вот записываю с нового экрана, там вообще темень. А здесь у вас хоть что-то. Как же забраться на корабль? Без понятия. Вот. Я реально без понятия. Даже не хочется смотреть на себя, когда смотришь он. Дырявить.
Фальконет на месте. Мне надо на нос. Будет тебе носик. Все тебе. Мне надо на нос. Все сейчас будет, Лара, не пишу. Мне надо на нос. Давай сначала... Нет, сначала пойду заберу тот артефакт. Я не знаю, только застряну я или нет, но... Это, скорее всего, застряну. Мне надо на нос. Давай, спускаемся. Рапира. Оружие проржавело, но даже при этом видно, что оно высокого качества. Скорее всего, его выковали в Толедо. Этот город славится своими клинками. Это да. Инельфесе должно быть имя, если это реально талецкое оружие. О. Зазубрины на клинке указывают на то, что оружие побывало в нескольких боях. Да, но видно, что за ним хорошо ухаживали, несмотря на все это дело. Так, что тут еще у нас есть? Давай, ключами. Ага, это уже на борту. Помните, как в Китежграде бы тоже... Мне перед... надо на нос. Перед Китежградом мы с вами тоже тащились. Мне надо на нос. Даже со своим носиком. Включу сначала здесь все. Мне надо на нос. Понять, куда этот нос приведет. Мне надо на нос. Горел. Прям мелкая история такая деталь. Мне нравится такое отношение к мелочам. Так, давай я буду опять с вашей стороны посмотреть. Потому что я ни хрена реально не вижу здесь вообще. Вижу, а у меня вообще ни хрена нет. Все,
слабее. Нужно добраться до ящика. Уверена, что сможешь. И что тебе это надо? Черт, не двигается. Нужно добраться до ящика. Нужно добраться до ящика. Нужно добраться до ящика. Я не понимаю, что вон там такое. Мне нравится эта штука. Это получается. Надо освободить стрелу. Нужно добраться до ящика. Нужно добраться до ящика. А, вот. Надо освободить стрелу. Сейчас придумаем что-нибудь. Надо освободить стрелу. Я только не знаю, как ее освобождать, Ларочка. Вот реально без понятия. Надо освободить стрелу. Возможно, как вариант. Думал, получится. Надо освободить стрелу. Там не зацепишь никак. Есть только вариант повернуть ящик сюда. Нужно добраться до ящика. Но это бы сработало только в одном случае. Если бы можно было зацепить, а это не зацепляется, значит что-то другое. Нужно добраться до ящика. А я могу нужно добраться до ящика. На эту стрелу вообще могу залезть так-то? Для начала. Надо освободить стрелу. Я залезть могу. Я залезть на нее могу. Вроде как. Но я нужно добраться до ящика. Так, а для чего здесь вот это? Да? О, ясно, все с вами.
Давай-ка залезай. Не зря я решил разбить на две части. Надо освободить стрелу. Сейчас я сделаю, подожди. Надо освободить стрелу. Даже по моим меркам это уже перебор. Нужно, черт, слишком далеко, не дотянусь. Нормально все. Как бы мне забраться на мачты? Ты сейчас это волнует? Она, кстати, не хочет спускаться нормально. Надо повернуть стрелу. И туда я не спущусь никак. Карибская Лара Крофт. Сундук мертвеца, наверное. Надо повернуть стрелу. Путь обратно. Но... Надо повернуть стрелу. Я понимаю, что это будет бессмысленный обратный. Надо повернуть стрелу. Нет, ну определенно мне туда. Только вот как мне потом выходить оттуда, я без понятия. Но мне точно не сюда. Это суицид. Надо повернуть стрелу. Надо повернуть стрелу. Сейчас повернем. Надо попасть на площадку без мачты. Ну-ка, как называется? Подождите-ка. Сан-Кордоба? Да ладно. Не зря решил глянуть. Если кто не знает, загуглите и объяснять долго. Ну, легендарная суденышка. Респект. Извини, Санта Кордовочка. Давай, не упади мне тут. Надо попасть на площадку без мачты. Сейчас попадем.
Осталось узнать, что хранил капитан. Надо попасть в каюту. Учитывая, что это эпоха, когда были только бычьи презервативы, скорее всего, они сгнили. Значит, синтетику мы там не найдем. Уже хорошо. А мы еще дырку открыли. Надо попасть в каюту. А мы уже в каюте. Мы недооценили туземцев. Хитроумные ублюдки. Рассказали нам про пещеру, полную золота, и привели нас в западню. Там было полно чудовищ. После ожесточенного боя нам удалось их отбросить. Те, кто выжил, погрузили на корабль все ценности, которые удалось найти. Наверное, в ходе боя стены пещеры ослабли, и когда мы пытались выбраться, они обрушились. Я даже сейчас слышу, как они раскапывают завалы. Чудовище, если что. Спасибо. Это в нетерпении от всего этого ужаса. Видите, а этот раз с черепушкой. Что даете? Дыхание крокодила 2. Еще пора бежать с корабля. Еще время, которое Лара может провести под водой. У меня шабнули так хрен. Есть, было. Выход должен быть за храмом. Выход должен быть за храмом. За каким? Выход должен быть за храмом. Нет, я знаю, где был. Я помню. Не переживайте, ребят. Он просто говорит за храмом, но это же не храм. Это могильник. Это капище. А, оно было заблокировано, подожди. А, у меня было просто дыхание крокодила, а это открылось потом. Ну, прекрасно. Можем дольше плавать. Вопрос, как мне теперь вылезать из этой западни? Можешь телепортнуться? Давай телепортнемся. Во-первых, на вершину, там может идол еще парочку найдет. А я не могу. Я на что выхода нету. Так, и за каким же храмом тогда? Сюда, здесь есть возможность подняться. То есть пока ты один раз не вылезешь, повторно ты, да-да-да, повторно ты не сможешь никак выбраться. Куда я лезу?
Давай залезай, Ларуся. А, стоп, мне не надо плавать туда вниз. Тут сверху был проход, я вспомнил. А, нет, придется. Он по другую сторону. А там Крыбдемурина. Давай, надышалась. Теперь плывем. Да, вот здесь, по-моему, выходит. И через Мурену лесом пришлось. Вот как хорошо. И все 26 минут, можешь заканчивать. Я рада, не хочу видеть Кунтига. Но надо. Сам полез. Надо, значит, надо. Это просто шум. Ты у меня была в двух грёбаных ямах, полных чёртовых опасных гиеноподобных красных огненных собак в этой игре. Но ты у меня еще прошла при этом Китежград, сучий Яматай. Ты сейчас говоришь, что это просто шум? Вот за что я не люблю последний ремейк. Эта Лара ничему не учится никогда. Ты что-то ты его сам сказал в начале этой игры. Да, музыки нет. Угадайте, почему? Так вот, давайте. Гениально. Ай, ну, скрымл сейчас будет. Неужели баб? Неужели обычный баб? Слух, просто и все. Да не, быть того не может. Чтобы и баб только был. Ой, это сотрудник Тринити. Свежачок. Позвольте я здесь сохранюсь. И фоторежим перейдем. Деревня каннибалов. Тут даже... Здесь даже свет не надо менять. Смотрите, реально, прямо хорошо подходит. Прям очень хорошо подходит. Он давно тут, кстати. Тут костерчик. Лар, ты возьми, пожалуйста, дробаш. Мне поспокойнее будет. Я с ним хорошо управляюсь, выкрав. Ты патронтаж с него тоже забери. Там все-таки патроны как-то. Ты куда? Ты патроны забери.
Бишоп, 600-й. Получен новое снаряжение. Шикарно, я теперь могу все наконец-таки открывать. Видимо, это те самые пропавшие бойцы. Нет места, ничего не могу взять. Прекрасно. Итак, добро пожаловать, Бишоп. Шепчущий блич. Дробовик с глушителем сразит всех на повал. Сенджевик, 707. Если залп из этой двустволки не остановил врага, беги. А я вам скажу, что это за оружие. Кто помнит второго Терминатора? Оно самое. Но я вот эту возьму, шепчущий. Хотя вот у этой есть хорошее улучшение. Если эту штуку я смогу приравнять. Ну, тут еще одно улучшение, конечно. Вот тут можно еще парочку улучшений сделать. Слушайте, он уступает по ряду параметров, но не сильно, чтобы уж особо ошибся. Нет, я шепчущим побегаю, конечно. Теперь надо прямо закупать все ресурсы для прокачки всего этого барахла. Впервые ему готов сказать. Неплохо, у нас наконец-то дробовики. И я не могу телепортироваться, я хотел сейчас побегать по другим гробницам. Оттянуть момент. Место у нее нет. Все у нее есть. Здрасте. Это получается на протяжении всего вот этого пути будет. Чисто для уточнения. Но это радует, что если они здесь на протяжении всей дороги будут, это хорошо. Не меньше проблем. Я у вас посмотрю, у вас посветлее. Мне там вообще темно, светло. О, спасибо. Они прямо, слушайте, они апгрейд. Каждый раз свежачком обмазывают. Заносит их. Этих тринитых агентов. Респект. Нет, ты в том плане, что... Я думал, что так долго. В том плане, что... Ну, обрабатывают помещение, создают атмосферу. Ну как ни крути, они ответственно относятся к своей работе. Безумных маньяков, убийц. Профессионалы. Не видите меня до поколения. Хотя тут нет, дарваш по берегу. Если будет полно таких, лучше я с этим ухожу. Быть всегда внимательнее. С
свежий. Ладно, идем. Тук-тук. Пожиратели, есть кто дома? Нейтан Филлони к вам идет. У нас, кстати, если что, есть ролик по Натану Дрейку. И... Достань пушку! Достань пушку! Ты можешь ходить здесь, в закрытом пространстве. Крышка, вы добейте, как я буду. Чёрт! Бейте, говорить вашу. Там ещё. Да вижу. Откуда еще полезал? А ну иди сюда! Давай. Я неплохо держался. Дига. Так, с торпашом работаем. Спасибо, что напомнила. Это, блядь, Винтига. Спасибо. Как их много. Под жопки. Ой-о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 й. Так, давай перезаряжай. Давай. Есть, живем. Давай, есть. Есть еще. Сколько же их тут? Все? Пора идти. Так, не нюхай. Как мило, что они здесь оставили патроны от всего. Добрая Виндиго. Кстати, стрелы, если что-то добывается, хорошо.
Ненавижу Виндиго. У меня нет столько места. У тебя на все есть место, не надо. Кстати, я там не посмотрел, там есть сидел какой-нибудь на уничтожение? Ничего не могу взять. Вот он продавал весь топливо. Давайте на сегодня на этом закончим. Как раз 42 минуты. Ну, там 3 минуты меньше, 3 минуты больше. Как раз будет, что нам еще дальше записать. Так что, ребят, надеюсь, что вам понравилось сегодняшнее прохождение. Спасибо всем, кто нас сегодня смотрел. Надеюсь, вам понравились мои нервишки. Ставим лайки, пишем комментарии. Подписываемся на канал. И вам вопрос. Вы хотели бы оказаться там с этим Виндиго? Я нет. Удачи!